В дни празднования памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, праздничные богослужения в Кургане были совершены перед его явленным чудотворным образом и частью мощей святого. Подробнее о событиях в следующем сюжете. Православная церковь из многочисленного сонма святых угодников Божиих особенно выделяет святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских. Иногда в народе его называют Никола-угодник. Действительно, жизнь святителя, начиная с младенчества, была вся угодна Богу. Как однажды сказал преподобный Петр Афонский, которому в видение явился святитель Николай: «Святителю отче Никола, твоими молитвами весь мир спасается». И действительно, святитель Николай особенно почитаем верующим народом, потому что очень быстро откликается на молитвы. Не только православных христиан, не только верующих, но всех, кто призывает его святое имя, он быстро является на помощь. В канун Дня памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, митрополит Курганский и Белозерский Иосиф возглавил совершение всеношного бдения в Богоявленском соборе города Кургана. Левый предел этого храма посвящен святителю чудотворцу Николаю. Кроме того, в Богоявленском соборе хранится древний явленный чудотворный утяцкий образ святителя Николая и ковчег с частицей его мощей. Радуйся, Николая, великий чудотворче! Владыка совершил всеношное бдение с литией и акафистом святителю Николаю. Все прихожане и паломники приложились к святым мощам и чудотворному образу святителя Николая и были помазаны владыко-митрополитом, освященным елеем. Мы сегодня молимся перед ковчегом с частью чистых мощей святителя Христова Николая, и через эту святыню он подает нам с вами благодать освящения. Потому что в святых мощах угодников Божиих обитает Дух Божий. Потому что святые угодники Божии были избранными сосудами Духа Святаго. И по смерти их честные останки как бы напоены Духом Святым. И каждый с верою прикасающийся им, поэтому принимает освящение Духа Святаго. В сам день празднования памяти Николая Чудотворца духовенство и верующие вновь объединились за божественной литургией. Затем было совершено молебное пение святителю Николаю. Помощи этого святого угодника Божия прибегает множество паломников, которые посещают наш собор и поклоняются святым его мощам и чудотворному образу утяцкому. Каждое воскресенье после божественной литургии мы совершаем молебное пение перед этими святынями. Кроме этого, каждую субботу в Богоявленском соборе совершается молебен чудотворцу Николаю с водоосвящением. Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии на территории современной Турции. Однако мы искренне считаем его своим святым. Вот уже 2000 лет люди обращаются к чудотворцу, и никогда не отказывает этот угодник Божий молящимся, быстро откликаясь на людские нужды. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии для телеканала «Союз».